Мощный пожар разгорелся прямо в центре Владивостока, в районе Дальпресса. Огонь охватил часть недостроенного здания, а клубы черного дыма распространились на всю ближайшую территорию. Информация о пострадавших уточняется. Но даже из отдаленных районов жители города могут наблюдать эту картину. Пожарные оперативно выехали на место происшествия. На момент прибытия горели стройматериалы на парковке. Всего в тушении пожара задействованы 5 единиц пожарной техники и 19 единиц личного состава. Это апокалипсис. Это страшно, страшно. Полыхает все. Прям как вулкан. Ой, даже я отсюда чувствую прямо жар.